Начинаю очередной понедельничный вечерний прямой эфир в Инстаграме для тех, кто хочет о чем-то меня поспрашивать, может быть, по мотивам прошедших выпусков моих программ «Живая еда» и «Чудо техники», и совершенно не обязательно. Мы разговариваем здесь и про еду, и про ту технику, которая окружает нас в реальной жизни и делает ее либо лучше, либо хуже, что иногда тоже случается. Я начну с ответа на некоторые вопросы, которые остались от предыдущего эфира неделю назад, и на те, которые пришли, ну вот, например, через Инстаграм. Спрашивают меня, знаю ли я что-то о лекарстве под названием АСД-2. Многие люди на него подсели, чуть ли не рак обещает лечить. Действительно, я слышал о такой штуке, и там рассказывается в рекламных материалах такая стандартная история о непризнанном гении из Советского Союза. Рекламный материал, по-моему, начинается даже словами «не так давно в архивах НКВД было найдено». Дальше вроде можно уже не читать, но многие люди читают и прельщаются тем, что есть некий биоматериал животного происхождения, который все на свете стимулирует в организме. Я, откровенно говоря, сейчас пишу целую книгу про прививки, иммунитет, иммуностимуляторы и о том, что действительно можно делать для того, чтобы улучшать защитные силы своего организма. Вот иммуностимуляторы подобного рода, они, к сожалению, не работают. И многократно это было проверено множеством научных исследований. И вывод такой, что ты можешь себе даже навредить за счет того, что повысишь возбудимость, грубо говоря, иммунной системы, и дело может кончиться в хорошем случае аллергией, в плохом случае аутоиммунными болезнями или даже раком, потому что может сложиться такая ситуация, когда иммунные клетки будут на что-то другое реагировать, но, к сожалению, не на то, что надо. И от опухоли они не спасут. Поэтому АСД-2, как и антисептик-стимулятор дорогого, вот тут спрашивают ветпрепарат, очередное народное средство от всего. Нет, это не выбор тех людей, которые основывают свои решения на науке, на том, что действительно проверено, а не на каких-то мифах. Ну, давайте о чем-то более легком. Вот тут приветствуют из Кишинева. Прекрасно. И из других городов. О, Дюймовочка 19 спрашивает. А, нет. ID с огромным количеством цифр и букв спрашивает. Расскажите про мумиё. Мумиё мы тоже проверяли. И вот этот якобы ферментированный, там, слежавшийся столетиями остатки жизнедеятельности летучих мышей, которые в горах где-то находят в виде черных таких местами ароматных отложений, и повсюду это продают, как тоже лекарство от многих болезней, это тоже не работает. Можете в YouTube, например, проще всего забить «Чудо техники мумиё» и посмотреть наш выпуск про это. Мы очень подробно разбираем, какие там могут быть вообще механизмы действия этого снадобья, и выясняется, что только придающие черный цвет почве гуминовые кислоты могут хоть как-то работать, но очень-очень слабо, и точно не стоит этим заменять лекарства. Ну, то есть, в общем, не чудо. Вот люди, я вижу здесь, тот же самый зритель выражает негодование по поводу вездеходов, хватит губить гусеницами природу. Но мы показали достаточно как-то наглядно в выпуске «Чудо техники» вроде бы, что те гусеничные, не тяжелые вездеходы, которые в гости к создателям, которым в Череповец мы ездили, они все-таки не оставляют каких-то чудовищных следов. Мы их даже сами не видим после того, как через 20 минут возвращаемся на то место в болоте, по которому проехали. Я согласен, что в тундре, где ягель, где вечная мерзлота, верхний слой может быть поврежден гусеницами вездеходов, да, это зло. Но если ты едешь у нас тут в средней полосе на охоту или рыбалку, не думаю, что это какое-то прям чудовищное зло, тем более, что
они довольно нетяжелые. Еще вопросы. Евгений Булатов спрашивает, насколько полезна куркума? Очень полезна. Множество исследований сейчас говорят о том, что у нее есть и антиоксидантный эффект, то есть тот, который буквально продлевает молодость, и большое количество стимулирующих действий для сердца и мозга. Да и вообще, всегда нам наука говорит про специи и приправы, что они имеют хотя бы тот неоспоримый плюс, что позволяют уменьшить количество соли в рационе. А соль – это, конечно, зло. И ее количество нужно уменьшать. Поэтому куркума – замечательная вещь. Научитесь что-то с ней готовить, куда-то ее применять, и будет вам счастье. Польза и вред хлеба, поджаренного в тостере. Еще у меня есть вопрос. Не скрою, сам люблю хлеб, поджаренный в тостере, потому что все поджаренное, а уж особенно мучное, обладает и ароматом, и вкусом, таким супер уютным, я бы сказал. Это сейчас называется комфортная еда, та, которая вызывает в нас ощущение безопасности, чего-то домашнего, отсылающего к детству. Но злоупотреблять, как и всем другим, многим другим вкусным, конечно, не надо, потому что, ну, во-первых, тостовый хлеб, как правило, это прямо такой жестко белый хлеб, то есть чуть ли не сплошной крахмал. И хорошего в этом ничего нет, потому что крахмал, как известно, это соединенные между собой молекулы глюкозы, ну, то есть сахар, моментально превращается в сахар в организме, и не полезно это для здоровья. То, что он поджарен вот так, иногда до черной корочки, это канцерогены. То есть в большом количестве тоже не надо. Ну и плюс, все-таки тостовый хлеб, зачастую там применяются разные технологии продления его срока годности. Он хранится, вы знаете, в тепле, в этих пластиковых упаковках, безумное количество времени. Его пропитывают спиртами разнообразными, запах которых вы можете ощущать, когда открываете упаковку. Ну и, в общем, при нагревании эти спирты, конечно, испаряются, но тоже, понимаете, лишняя вот эта нагрузка химическими, еще новыми химическими соединениями, ну, тоже в этом нет никаких плюсов. Может, особой опасности нет, но точно это не полезная штука. Вопрос мне прислали про йогурты Актимель и Иммунели. Есть ли в них какая-то польза или просто реклама говорит о пользе? Я могу вам посоветовать посмотреть мой разбор этих йогуртов, вот прям двух названных, которые мы делали с диетологом Мариной Макишей. Например, на моем канале «Малоземов проверит» в YouTube. Рекомендую вам на него подписаться. Там есть много интересных роликов и про продукты, и про разные принципы питания. «Малоземов проверит» в YouTube. Подпишитесь и там посмотрите про Актимель. Если в двух словах, то вещь эта страшно вредная. То есть, конечно, там есть живые бактерии, но количество сахара, оно невозможно гигантское, огромное, и, конечно, вред от него превышает ту пользу, которую вы получаете, подселяя себе в кишечный тракт каких-то новых, даже хороших и добрых обитателей. Это десерт. Надо рассматривать это как сладость, как конфету с, может быть, небольшой пользой. Продолжаем географическую перекличку. Привет из Челябинска от Марины Тюриной, от астробогини из Омска. О, я недавно был в Омске, прекрасный город. Добрый вечер из Финляндии. О, Каролина, да, прекрасно у вас в Финляндии. Не терпится нам, когда уже снова откроются границы, и мы сможем ездить к вам, наслаждаться полями черники и прочим. Привет из Харькова. О, привет Харькову. Привет из Норильска, из Магнитогорска. Екатеринбург на связи. Мегион. По-моему, Мегион наши постоянные там зрители. А вот, да, привет из Сочи, из Краснодара. А вот из Краснодара интересный вопрос. Как я отношусь к спирулине? Спирулина – это такая модная водоросль, которая когда-то была найдена в Африканских озерах. Один из исследователей, бельгийский биолог, нашел там, обратил внимание на то, что местные жители высушивают какую-то тину из озера,
делают из нее лепешки и едят. Ему стало интересно, что это такое. И он взял это с собой, исследовал, и оказалось, что это вещь, которая очень богата, прежде всего, белком, то есть, ну, крайне питательная. В Африке там люди, конечно, многие странные вещи едят. Я недавно видел кадры в каком-то из документальных фильмов, как в сезон вылета маленьких бабочек, похожих на паденок, люди сетями вот так вот с очками их ловят, спрессовывают и тоже жарят из них лепешки. И тоже прекрасный белковый продукт. Ну вот также едят и эту тину, которую собирают в африканских озерах, водоросли спирулина. Она стала очень модна в последнее время, потому что, во-первых, она помогает вегетарианцам продержаться без мяса. Ну, в ней просто очень много белка. И потом там действительно гигантское количество витаминов и разных других биологически активных веществ. Поэтому, как добавка к рациону, это хорошо. Никакого чудесного излечения она не произведет. Вот все эксперты, которых мы допросили на эту тему, они в этом сходятся, что, к сожалению, нет пока такого ни одного пищевого продукта, который может действовать как лекарство. И спирулина в этом отношении ничем не выделяется. Она действительно очень полезна. И особенно вот в зимний период, когда у нас беднеет рацион, мало зелени, и если вы стремитесь уменьшать количество красного мяса в своем рационе, поэтому добавляйте спирулину куда-то. Изучите этот вопрос, там много разных способов. Самый, наверное, такой безболезненный, потому что тинистость у нее такая присутствует, самый безболезненный способ – добавлять ее в смузи. Вот с чем-то там, маскируя ее вкус каким-нибудь бананом, там, апельсином, вот что вы любите. Тогда, да, будут плюсы, но это такая же полезная вещь, как и если вы будете есть морскую капусту, например. Или будете добавлять иногда по чуть-чуть куда-нибудь отруби. Ну да, полезно, но не надо к этому относиться как к панацее, к тому, что прямо вот радикально исправит ваше здоровье. Нет, нет, нет. Дюймовочка 19, наша постоянная зрительница с аватаркой с голубыми волосами, спрашивает, повышает ли иммунитет прополис. Нет, не повышает иммунитет прополис. Прополис обладает антимикробным действием. Да, он способен убить какое-то количество бактерий, вирусов. Я и сам иногда применяю для полоскания горла. Хотя, например, по опытам последних каких-то простуд, современные препараты, типа там вот Tantum Verde, например, у меня сейчас в фаворитах, в леденцах именно, в постилках, то есть рассасывание долгое помогает значительное количество времени сохранять его в полости рта и действует ничуть не менее эффективно, чем прополис, даже более, на мой взгляд. Поэтому ограниченное применение тоже. Привет из Северска, из Пскова. О, из Пскова Наталья, забота о маме, так называется аккаунт, пишет. Расскажите про чайный гриб. Вот буквально сегодня, не поверите, пил этот напиток, который сейчас называют модным словом камбуча. Но мы-то знаем, что это чайный гриб, потому что у многих бабушки, и моя бабушка, к которой я с удовольствием ездил в детстве в Южный Казахстан, где они жили, она тоже ставила эту банку, в которой плавало склизкое такое вот существо. Тогда верили люди, что это приносит очень большую пользу для здоровья, там, для диабетиков, даже от рака спасает. Современная мода на все экологичное привела к тому, что тоже опять вошел в моду этот напиток, только уже с таким китаизированно-американизированным названием «камбуча». В США в магазинах здорового питания его продают, и у нас тоже, с разными вкусами. Если резюмировать все научные исследования, которые были по этому поводу сделаны, то вывод здесь простой. В принципе, неплохо, но опять же, не чудо, потому что главное, что там есть, это органические кислоты. Например, янтарная кислота, которая действительно обладает некоторым таким антиоксидантным действием, ну, чуть-чуть делает лучше здоровье, ну, чуть-чуть. Проблема тут в том, что, как правило, этот чайный гриб, камбуча, содержит очень много сахара, и даже больше, чем в Кока-Коле здесь его зачастую. Поэтому
Я это пью как воспоминание о детстве, как ну, что-то приятное, такое кисленькое, изредка. Ну, очень редко. У нас вот здесь девочки-художники после съемок сюжета про ферментированные продукты оставили чайный гриб, культуру, и разводят, и угощают нас. С удовольствием забегаю к ним, выпиваю стаканчик, приношу там бутылочку, ими изготовленную домой для семьи. Но понимаю, что надеяться тут особо не на что. Никакая противораковая защита, ничего такого магического для диабетиков. Этого не стоит ждать от чайного гриба, к сожалению. 77, три семерки, Серега, три семерки из города Покрова передает привет. О, да, ваши покровские пряники, о которых вы пишете, это мои самые любимые пряники из всех. Вот я признаюсь, я попробовал их, когда приехал туда снимать сюжет про эти покровские пряники. И сочетание вареной сгущенки с грецкими орехами, которым славятся покровские пряники, и сгущенки там немало. В общем, я их теперь покупаю, и вся моя семья тоже любит. Это просто супер. Гули 2430 спрашивает, полезна ли вода с лимоном с утра. Ну, я в прошлом эфире отвечал на этот вопрос. Если коротко, то нет. И теория о том, что надо закислять свой организм, она неверна, она лженаучна. И, ну, не основана примерно ни на чем. Наталья Сергеевна Литвинова спрашивает, правда ли холодец помогает при переломах костей? А, Новосибирск, да, привет Новосибирску. Вы знаете, я ломал некоторое время назад, прямо в кадре, как знают постоянные зрители программы «Чудо техники», руку, и после этого сращивал кости, опрашивал на эту тему травматологов. Они говорят, что... Ну, в принципе, да, вреда не будет, радикального эффекта, может, и не стоит ждать, но есть более современный способ, более современная замена холодцу и без такой чудовищной калорийности, которой опасаются диетологи. Вот, я помню, мы снимали сюжет про холодец и обратили к одному из диетологов вопрос, а вы лично едите холодец? Я помню это выражение ужаса, которое в глазах нарисовалось. Конечно, нет, сказала уважаемый доктор, ну, потому что очень много жира, очень много калорий в придачу к этому действительно полезному коллагену, который там содержится, потому что он вываривается из костей и из хрящей. Более современная замена – это, конечно, добавки, и причем добавки даже не только коллагеновые, но и с хондроитином и глюкозамином, которые особенно позитивно действуют на рост и восстановление хрящевой ткани. Вот люди, которые испытывают какие-то проблемы с суставами, они, конечно, должны по согласованию с доктором, конечно, принимать вот эту комплексную добавку с коллагеном, хондроитином и глюкозамином. И те, кто занимается активно спортом, вот я какое-то время назад там переплавал, честно признаюсь, и у меня возникли проблемы с плечом, я даже сейчас хожу на лечебную физкультуру и, да, в качестве поддержки принимаю хондроитин, глюкозамин и коллаген, потому что это действительно научно одобренная штука. И тут без лишних добавок содержится то, что действительно помогает нашим вот этим несущим скелетным тканям. Астробогиня спрашивает, как я отношусь к арахисовой пасте, натуральной без сахара и прочим пастам, урбечам. Неплохо отношусь. Арахисовая паста может быть плоха, наверное, только в том случае, если она действительно переполнена сахаром или солью. Вот иногда там добавляют соль чрезмерно, но в принципе в своем чистом виде, хотя в чистом виде она не очень вкусная, но, может, вы любите, я не знаю, туда вкусов не спорят, это белковый продукт, который неплох. Если вы добавляете его в свой рацион, то вы прибавляете белка в, естественно, небольших количествах. Я тоже иногда покупаю, но не отношусь к этому как, ну, опять же, к магической добавке в рацион. Ну, просто я сторонник идеи о том, что питание должно быть максимально разнообразным. Чем более оно разнообразно при соблюдении общих принципов, тем оно более здорово. Вот у меня мои 5 принципов здорового питания, которые я, которым я свел вот ту науку, которая
мне доступно. Собственно, принцип номер 5 – это и есть разнообразие. Первые 5 – это, я напомню вам, меньше калорий, меньше мяса, меньше соли и сахара и больше овощей и фруктов. И 5-й – это разнообразие. У меня такая есть книжка, называется «5 принципов здорового питания». Очень рекомендую заодно. Продолжается у нас тема про иммуностимуляторы. Работает ли так экстракт элеутерококка, спрашивает Наталья Сабанина. В минимальной степени, к сожалению, он так работает. И вообще идея о том, чтобы принимать эхиноцею, женьшень, вот элеутерококк, и от этого не болеть, она, к сожалению, не подтверждается современной, строгой, все проверяющей наукой. Это предание старины, к сожалению. Надо сбалансированно питаться с преобладанием овощей и с большим количеством витаминов. Вот тогда и будет хороший иммунитет. Не допуская дефицитов, конечно, периодически проверяясь. Привет из Тольятти. Да, вам тоже привет. Ягоды годжи полезны ли? Нет, не особо они полезны. Они примерно не полезнее, чем шиповник. Ну, какое-то содержание витамина С, но не более того. Растения, на которых они растут, называются дереза обыкновенная. Кустарник, распространенный на Дальнем Востоке. Мифологизированный, переоцененный продукт. Насколько полезна квашеная капуста, спрашивает Влад Кросс 009. Квашеная капуста – это продукт, который спасал наших предков от недостатка витамина С долгими зимами. И, в принципе, это неплохая штука, если, опять же, вы не едите ее каждый день по многу, потому что, к сожалению, в ней очень много соли. Ну а так, клетчатка, витамин С, ну и просто вкусная штука. Иногда, понемногу, я тоже себе это позволяю. В моем рационе есть этот продукт. Я уж не говорю о том, что есть способы очень вкусно ее готовить, и это в том числе одна из кулинарных достопримечательностей пограничного региона между Францией и Германией, Эльзаса. Там стабильно подают их местные колбаски как раз с очень вкусно приготовленной, термически обработанной квашеной капустой. Так что можно, но без фанатизма, пожалуйста. Привет из Минска. Да, вам тоже привет. Пермь. Михаил Куба спрашивает, можно ли исключить сахар из жизни? 3 вопросительных знака. Ну, можно, но, во-первых, не на 100%, потому что сахар, как составная химическая часть, содержится практически во всех продуктах. Да и потом, зачем? Полностью исключать сахар из жизни нет никакого резона. Нужно просто не переходить через те лимиты, которые вывели многочисленными исследованиями врачи. Вред начинается для женщины где-то от 25 граммов сахара в день, имеется в виду добавленный сахар. Исключаются только цельные фрукты и овощи. Для мужчины, ну, где-то 50 граммов сахара в день. Вот та доза, за которой начинаются уже проблемы. Надо просто уменьшать. И это достаточно несложно делается, просто по чуть-чуть. И самое главное – увеличивать при этом сытность своих приемов пищи, потому что нас зачастую тянет на сладенькое, когда мы недостаточно белка съели в обед или на завтрак, или на ужин. Должно быть что-то белковое, какой-то кусочек рыбы, курицы. Ну вот мясо я на третье место ставлю, потому что не чаще 3 раз в неделю лучше есть. И тогда сытость будет долгой и будет меньше тянуть на сладкое. Вот такой лайфхак, он работает. В продолжение этого вопроса, вредны ли сахарозаменители НАТО-42 ДЭГ? Например, фит-парады. Да нет, современные сахарозаменители, они сами по себе не вредны. Были теории о том, что они вроде накапливаются в печени, имеют какой-то свой там особый отравляющий эффект. Нет, среди сахарозаменителей отобраны те, которые не обладают токсическим и накопительным действием. Но проблема здесь в том, что если вы приучаете себя к постоянному сладкому вкусу, то
все равно постепенно вы сдвигаете свой организм в сторону сахарного диабета, потому что инсулиновая система реагирует. И самая главная проблема, что вам не кажутся достаточно вкусными нейтральные продукты. Овощи, зелень и тому подобное. Вам постоянно хочется ярких вкусовых ощущений. У вас притуплен этот порог, повышен. И поэтому я лично сахарозаменителями не увлекаюсь. Но в той ситуации, если я хочу выпить кока-колы, например, такая странная мне фантазия приходит в голову, где-то там на отдыхе, может быть, я, пожалуй, выберу кока-колу Zero все-таки между обычной и с сахаром, хотя я обычную тоже могу выпить, потому что если соблюдать свои лимиты, вот эти сахарные, о которых я только что говорил, то ничего страшного, если стаканчик пропустишь газировочки самые обычные. И с детьми у меня точно так же. Хотя вот сын говорит, что ему, например, Coca-Cola Zero по вкусу нравится больше, чем обычная. Вот, современное поколение. Да, Виолетта прибавляет про квашеную капусту, что там много витамина У и, опять же, полезные бактерии. Ну, да. Лишь бы не слишком много соли. А этим вот она грешит. И зачастую вред уже перевешивает, к сожалению. Владимир из Кишинева. Да, привет вам. Вот ни разу не был в Молдове. Ужасное упущение. Очень интересная в кулинарном смысле страна, я знаю. Ну, надеюсь, когда границы откроются, наверстаю постепенно. Вопрос про раздельное питание, белки, углеводы. Придерживаюсь ли я, как я к этому отношусь? Я, Владимир, вот рискую вас огорчить, но, к сожалению, под этим нет науки. И наука прямо говорит, что это ложная теория о том, что белки и углеводы требуют отдельного приема, что вместе они якобы не перевариваются. Это совершеннейшая неправда, с точностью до наоборот. Они прекрасно перевариваются вместе, просто наш желудочно-кишечный тракт устроен так, что он стадийно это делает. В желудке перевариваются преимущественно белки, углеводы перевариваются, начиная с ротовой полости, где слюна уже так действует, и потом в двенадцатиперстной кишке, в тонком кишечнике этот процесс довершается, так же, как и жиры. Все это сначала одно, потом другое, превосходно переваривается вместе. Те люди, которые рассказывают, что они худеют, придерживаясь раздельного питания, они над собой проводят опыт, в ходе которого они делают просто менее вкусной свою еду и начинают есть меньше. И на этом действительно могут, ну, на какое-то время похудеть, сбросить вес. Главный же вопрос тут заключается в том, насколько это долгосрочно, насколько так можно жить годами. Потому что, как говорят некоторые диетологи, никогда не надо садиться на диету, которой ты не сможешь придерживаться всю жизнь. И в этом смысле раздельное питание не лучший вариант, потому что ну, оно кратковременно сработает, но зачем же себя так мучить? Нет никакой нужды в этом. Извините, если огорчил. Спрашивают меня, как принимать куркуму. Да не надо принимать куркуму, нужно просто с ней готовить. Нужно забить в интернете рецептики и добавлять ее, например, когда вы готовите курицу, картошку, что угодно. Она может украсить собой многие блюда. И такой восточный оттенок, если вы любите, она придаст. Да, это замечательно. Привет из Оренбурга. Да, привет вам тоже в Оренбург. Ольга Матросова спрашивает, какие я витамины принимаю постоянно. Только витамин D. Ничего больше современному россиянину, среднестатистическому, особо и не нужно. Ну, вернее, я тут лукавлю немножко, конечно. Я, наверное, не могу себя назвать среднестатистическим россиянином, потому что я очень много внимания уделяю своему питанию и стараюсь, чтобы оно было разнообразным и все-таки богатым разными витаминными составляющими. Я вам рекомендую вот у нас на сайте «Еда Шоу», например, вбить слово «витамины» в поиск, и там есть спецвыпуск, посвященный витаминам. Я там показываю, в общем, какие продукты я стараюсь выбирать. Не пустые.
Рыба богата тем же витамином D и омега-3, свежие овощи богаты витамином С, ну и так далее, и так далее. Просто мы, россияне, я вокруг себя массово это вижу, зачастую едим именно вот продукты, которые можно назвать пустыми. Дешевые макароны, безумное у нас количество картошки в рационе. Она сама по себе неплоха, но она недостаточно витаминна, недостаточно насыщена. Если вот помнить об этом, то никаких витаминов можно не принимать, кроме витамина D, которого можно получить только из большого количества рыбы. Но это вещь такая труднодостижимая в наших условиях. Хотя, если любите очень рыбу, то можно. Среднестатистическому россиянину иногда бывает полезно пропивать курс поливитаминов. Об этом говорят все исследования, которые вот именно на российской почве сделаны. Раз в сезон, например, вот зимой, можно попить курс поливитаминов, вреда от этого не будет, но только не надо делать это постоянно, потому что, во-первых, это бесполезно, они просто не усвоятся, а во-вторых, можно себе создать некоторую аллергическую готовность в организме из-за вот этой большой химической нагрузки, особенно у детей это бывает, когда их перепичкивают витаминами, у них... Потом люди удивляются, что крапивница, что-то чешется, какие-то астматические даже иногда проявления. Ну вот с витаминами надо осторожнее. Лучше все-таки получать из пищи. 0087.1 спрашивает, что можно есть, если вредно все, что вкусно? Брокколи не предлагать. Какой прекрасный вопрос. Такой полный отчаяния уже... заранее выученной беспомощности. А попробуйте полюбить овощи. Попробуйте открыть для себя хотя бы даже простой баклажан. Если вы его вкусно пожарите, это может быть просто чудо из чудес. Вот недавно на одном семейном дне рождения меня угощали в очередной раз хацилимом. Такая паста. Ее делают и на Арабском Востоке, и в Израиле. Паста из печеных баклажанов. Иногда она бывает еще украшена такими зернышками граната. По вкусу еще там добавлен кунжут размолотый, примерно как в хумус. Вот она по консистенции напоминает хумус. Но это же просто небесное райское наслаждение. Главный секрет здоровья – попробуйте полюбить овощи. Попробуйте узнать их в другом виде, чем вы их знали до этого времени. У нас в магазинах, по крайней мере в Москве, есть все, что вы захотите, вот из овощного многообразия. Да даже та же самая брокколи. Вот один шеф-повар недавно мне посоветовал, я теперь так делаю. У меня вся семья это с удовольствием ест. Вот безо всякого. Просто отварить брокколи ровно 3 минуты, не больше, вот по секундомеру я это делаю, в подсоленной, в щедро подсоленной воде. 3 минуты свежую брокколи. И она сохраняет свой хруст. Она такая сладенькая, с ореховой какой-то ноткой, да просто лучшего гарнира и нельзя представить себе. Но если вы привыкли все есть с майонезом, то надо постепенно-постепенно от этого отходить. Потому что самое главное, вот попробуйте себе представить, каким бы вы хотели себя видеть, в каком здоровье, в каком физическом и умственном состоянии лет через 10. Хотели бы вы больше болеть или скорее стареть? Ну нет ведь, правда? Поэтому вам придется полюбить овощи. Не знаю, что еще сказать. Куда я планирую поехать в ближайшее время, спрашивает Чулпан Эстрелья. В Грозный, как ни странно, хочу я поехать в ближайшее время собирать черемшу. Прямо вот в ближайшие выходные. Множество блюд чеченской кухни оказывается с черемшой. Надеюсь, что интересный у нас получится сюжет про это. Павел Закинф спрашивает, полезна ли морская капуста, стоит ли ее специально включать в рацион. Вы знаете, я так делаю, да. Мы, ну еще как-то с советских времен так повелось и у меня в семье, и в семье у моей жены, что мы стараемся покупать морскую капусту. Ну, прежде всего, потому что мы там на Урале очень страдали всегда от недостатка йода. И меня в медицинском институте даже учили, что у уральцев нормальным является увеличение щитовидной железы в нулевой степени, когда перешейка ее прощупывается вот в этом самом месте. Йода дефицит, и мы там привыкли с ним бороться.
Ну и, в общем, с тех пор как-то не оставили привычки, и это хорошая, здоровая привычка. Другое дело, что морская капуста сейчас в основном не такая вкусная, как была раньше. Она сейчас в основном китайская, ну, сделана из китайского и другого азиатского сырья. Ее привозят сушеной. Мы это снимали на одном из предприятий. Наша отечественная, она более мясистая, более вкусная и более насыщенная полезными веществами. Но ее не так часто встретишь. Так что обращайте внимание, если вы видите именно толстые такие листья, вот эти ламинарии, то, скорее всего, там больше пользы. А так очень хорошая привычка, да. Ну, давайте еще пару вопросов. Что я скажу про сироп топинамбура? Можно ли им заменить сахар при нарушении толерантности к глюкозе? Ну, плохой это вариант, честно говоря, потому что сироп топинамбура содержит, конечно, инулин полезный, и вместо глюкозы там в основном фруктоза, но проблема с фруктозой в том, что она потом тоже повышает сахар и производит химические изменения в организме, иногда даже хуже, чем глюкоза. Поэтому нет, я бы не стал. Ну и... вот тут наш зритель спрашивает, правда ли наша девушка-корреспондент на самом деле разбила свой телефон, проверяя чехол. Вот только что на летучке мы разбирали эту ситуацию. Да, мы тестировали в чуде техники чехол с подогревом, и 11-й iPhone упал на гранитную набережную, и пошли там трещины по экрану. Но закончилось все хорошо, это уже осталось за рамками сюжета, я вам сейчас расскажу эксклюзив. Закончилось все тем, что оказалось, разбился не дисплей. Благоразумная Даша наклеила защитное стекло, и разбилось-то именно оно. И дело решилось заменой защитного стекла, которое, разумеется, компания ей оплатила, как самоотверженному сотруднику и испытателю. Привет из Ртищева, из Майкопа, из Бреста, из Юрмалы, из Надыма, Черновцы, да, всем огромный привет из Рязани, из Балашова, Черновцы, Украина, Энгельс, Брянск, Москва, Астана, Орск, Южный Урал, Барнаул, Казань. Всем привет, не успеваю ответить на все вопросы. Обязательно продолжим. В следующий понедельник я пропущу, потому что буду в командировке. Наверное, вот как раз из Грозного буду улетать, будет неудобно. Но потом, через недельку, мы возобновим нашу эту практику встреч по понедельникам в прямом эфире Инстаграма и в другие социальные сети, и на подкаст-платформы в аудиоверсии тоже мы теперь это выкладываем. Отовсюду собираем вопросы, разумеется, и на следующей неделе я стараюсь на них отвечать. Ну, на этот раз через 2 недели. Я вижу, что наша аудитория к концу не только не уменьшилась, но и возросла, что меня очень радует. Значит, делаем нужное дело. Ведем здесь разговоры, прежде всего, о здоровом питании и в широком смысле о здоровом образе жизни. Всем желаю хорошего самочувствия, весна наступает, у нас в Свиблово на северо-востоке, я заметил вчера, уже мати-мачеха расцвела красивым желтым цветом, а в одной из окрестных школ даже крокусы распустились оранжевые и фиолетовые, так что лето, друзья, не за горами, все будет хорошо, настраивайтесь на позитив и обязательно прививайтесь от коронавируса, это то, что сейчас нужно для возврата в нормальную жизненную колею. Удачи, здоровья, пока!